Я совсем забыл, что можно снять видео с помощью iPad, поэтому попробуем еще раз снять звук, который исходит из системного блока одного из компьютеров. Вот уже теперь с помощью iPad. Поехали, запуск. Работает два вентилятора Noctuo на 1000 оборотов. Работает Cooler Master вентилятор. Замененный вентилятор в блоке питания Zalman. И винчестер упрятан в пассивный кулер Shise Himuro. Происходит запуск Windows 7, поэтому винчестер журчит. Шум при открытой крышке. Сейчас я попробую ее закрыть. Смотрим, что дальше произойдет.